Я читала новости, что его хотят сделать под бизнес-центр какой-то. Как относитесь к этому? Вообще не очень. Мне кажется, бизнес-центров слишком уже много, а ЦУМ такой простенький торговый центр, который, в принципе, менять не надо. Он под людей, его сделают более, ну, так, официально. Тем более мы ходим сюда за едой. Как относитесь? Отрицательно. Ну, потому что мы привыкли к этому зданию. Оно уже родное. Так, достояние, наверное, какое-то народное, что ли. На такой момент, смотря что здесь планируют возвести, да, если будет усовершенствовано какое-то здание и будет красивее, почему бы и нет, да, то есть функционал, по идее, останется один и тот же. Люди все равно уже будут приходить, как-то смотреть, что-то покупать, а если просто бизнес-центр, я думаю, это не очень востребован для туристов, для населения, не очень. Во времена студенчества здесь торговали невероятно вкусными беляшами. Вы не поверите, рыбные были по 10 копеек, а которые с мясом, те были по 15, по-моему. И мы на перемене из универа прибегали, здесь их кушали. Вот запах откуда-то идет, беляши, советские беляши. Ну под что его отдадут? Под очередной такой же точно торговый центр. Поэтому не знаю, хотя я предполагаю, сколько здесь земля может стоить. В центре города. А если что-то очень-очень клевое построят, что-то очень нужное городу, тогда да. Жаль очень было бы, но это как бы часть жизни. Я не знаю просто, как это впишется в архитектуру, высотка сюда, потому что все такие здания маленькие. Ну, может быть, можно было как-то его просто и отремонтировать.